Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня я отмечаю год моему каналу. И Новый год, в котором будет много новых видео. Когда я начинал, то выглядел вот так. И посмотрите на меня теперь. Я и не думал, что у меня будет более 3000 подписчиков. Но это все благодаря вам. Как бы там ни было, перейдем к теме. Давайте поговорим о крупности планов в кино. Это общий план во весь рост. Он показывает персонажа от головы до пяток. И еще то, что его окружает. Некоторые при кадрировании режут ноги, и персонаж выглядит, будто ему их ампутировали, и избегайте этого. На следующем кадре общесредний или поясной план. Этот план уже крупнее и обычно обрезает персонажа на уровне пояса. Затем у вас идут средние планы. Тут в кадре половина туловища. Наверное, самый распространенный план в кино. Следующий – крупный или средний крупный план, который находится между средним и крупным планом. На этом плане присутствует голова объекта, а обрезка происходит на уровне груди. Лицо на этом плане показано ближе, но не слишком. А это крупный план. Гораздо более драматичный, чем средний и общие планы. На нем объект занимает большую часть кадра. Эта крупность очень эффективна для передачи эмоций. В кадре главным образом одна голова. И если приблизиться еще немного, получим сверхкрупный план. Если вам понравилось, можете смело поделиться. Не забудьте подписаться и смотрите ссылки на оригинальное видео. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята, с Новым годом и всего вам. Пока.